Всем привет! В преддверии предстоящего сезона охоты на водоплавающую дичь охотничий патрон. Патрон охотничьего назначения, сделанный по особой суперсекретной нанотехнологии. В чем секретность и уникальность этого патрона? Во-первых, в том, что для его изготовления использован порох Silver. Вот так вот он в баночках продается, стоит недорого и вроде как бы говорят очень неплохой порох. Если мы посмотрим вовнутрь, то увидим, что он практически в один похож на знаменитый порох Сокол. Так вот, патрон на раннюю утку сделан следующим образом. Гильзальё, капсуль Nobel Sport для использованных гильз, 2,1 грамма пороха Silver, картонная прокладка, древесно-волокнистый пыж, пенопластовый пыж, картонная прокладка и 36 грамм дроби номер 6. Вот такой получился охотничий патрончик. Хотелось бы сейчас его пострелять, испытать, посмотреть, на что способен. Ружье Khanna Tac Tactical, очень короткий ствол, сверловка цилиндром, патрон. Дистанция до полуростовки, зеленой полуростовки, чуть больше 30 метров. Смотрим на результат. Ничего так брикнулось. Посмотрим, как осыпал. Вот такая вот осыпь. Еще раз. Короткий ствол, сверлен цилиндром. Поэтому, скажем так, дробь немножко подрассыпалась. Можно было бы и кучнее. МП-153. Здесь у нас вкручен получок. Тот же патрон, та же дистанция. Вот такая особь 35 метров. МП-153 с получоком, очень равномерно и часто густо засыпало, может быть, чуть-чуть подвысило опять-таки. Так, результаты подсчета с Khanna в мишени у нас 81 дробина. С МП-шки 133. Сосновая доска, двадцатка, вот так вот она выглядит. Попробуем стрельнуть метров, наверное, с 20, посмотреть, какая резкость боя будет у ружья этим патроном. Вот у нас дробовая особь, соломинка в доске. Вот настолько, это здесь уверенных 5 миллиметров плюс диаметр дроби. Вот она вся входит. Вот здесь, здесь миллиметров 6, здесь столько же, здесь чуть меньше. Вот верхняя. Уверенный сантиметр, практически 10 миллиметров, грубо говоря.